Короче, рассказываем. Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой в 2023 году отмечается 3 февраля. В этот день проводятся мероприятия по искоренению нецензурной лексики в нашей повседневной жизни, ну или хотя бы в публичных местах. По количеству нецензурных слов первое место в мире занимает английский язык, второе – голландский. Ну а наш русский язык занимает почетное 3 место. Словарь ненормативной лексики русского языка насчитывает в себе более 16 тысяч слов. Ну а первое упоминание русского мата использовалось в берестовой грамоте от 12 века. До 16 века на Руси ненормативную лексику называли нелепыми глаголами. Ну а по статистике среднестатистический человек за свою жизнь использует более 230 тысяч ненормативных слов на протяжении всей своей жизни. Ну и в преддверии праздника хочу вам пожелать, чтобы хотя бы в этот день вы искоренили нецензурные слова из своей речи.